Три торговых ларька сегодня демонтировали в Краснодаре на улице Комарова. Предприниматели установили их незаконно. В ходе проверки также выяснилось, что у них не оказалось документов на право заниматься торговлей. Было принято решение комиссии о демонтаже за счет средств муниципального бюджета. Также им было выдано предписание о демонтаже за свой счет, однако он произведен не был. По словам сотрудников городского отдела контроля за размещением рекламы, сносят и те ларьки, чьи владельцы просрочили договоры аренды. Чтобы избежать подобных проблем, достаточно согласовать установку торговой точки с городским управлением архитектуры, получить в администрации краевой столицы разрешение на место и выиграть торги.